На первом заседании Рязанской городской думы в новом году перед депутатами выступил исполняющий обязанности начальника городской полиции Виталий Андреев. В своем почти часовом докладе он подробно описал положение дел с преступностью в областном центре. Виталий Андреев отметил, что в целом положение стабильное. Депутаты спросили начальника, как складывается ситуация с незаконной продажей нелегального алкоголя. Работа участковыми у нас также еженедельно осуществляется по данным квартирам, где осуществляется, и составляются административные протоколы, рассматривают мировой суд. Ну, как мы уже говорили, размер штрафов он небольшой, в основном в районе 3000 рублей. А документирование данного вида правонарушения представляет определенные сложности, учитывая, что реализация осуществляется в жилье. На каждый факт необходимо судебское постановление. Для борьбы с уличной преступностью депутаты посоветовали оборудовать как можно больше электронных систем связи гражданин-полиция, на что Виталий Андреев ответил, что в этом вопросе необходимо решить вопрос с финансированием. Далее уже он сам попросил парламентариев подумать и над программой установки систем уличного видеонаблюдения. После полицейского отчета депутаты приступили к обсуждению вопросов повестки дня. Один из наиболее значимых – это ограничение роста заработной платы директоров школ и детсадов. Не секрет, что сейчас в образовательных учреждениях сложилась ненормальная ситуация, при которой руководители учреждений получают заработную плату в разы выше, чем простые преподаватели. Отныне ситуация изменится, по крайней мере, должна. Также сейчас ведется активная работа по формированию общественных советов при городской думе. Вопрос принципиальный, для нас очень важный, потому что население постоянно взаимодействует с депутатским корпусом. Иногда проблема не видится на уровне одного округа, но есть системные вопросы, которые, скажем так, будут нам очень полезны в принятии решений. Также Андрей Кашаев сообщил, что сейчас активно ведется работа по формированию общественной палаты при Рязанской городской думе.